Этот город встретит вас коренастыми старинными зданиями, ослепительно чистыми улочками, звуками цокающих каблучков по брусчатке, звучанием колоколов и, конечно, ароматом кофе. Город, с которым вы познакомитесь поближе, никогда не останется лишь буквами на карте. Он станет чем-то большим, он станет любовью, как стал ею для всех его жителей. Это Гродно, королевский Гродно. Приглашаем на прогулку. Все дороги ведут в Рим, а в Гродно все дороги ведут в центр города. И все они по-своему прекрасны. Но есть среди них одна, о красоте которой можно говорить очень долго. Эту улицу за один короткий променад рассмотреть невозможно. Сюда нужно возвращаться и возвращаться. Что, собственно, мы, горожане, и делаем. Речь об улице Лизы Ожешко. Ее история далека и запутана. Еще в средневековье здесь проходила дорога из Гродно на Вертелишке, родовое владение Давыда Городенского, отсюда и название – улица Вертелишская. Долгое время эта улица называлась очень необычно – Роскошь. Говорят, такое имя она получила по названию корчмы, которая находилась при въезде в город. Во второй половине 19 века название сменилось и тоже на весьма привлекательное – Садовое. Однако и ему не суждено было сохраниться. В начале прошлого столетия улица становится Муравьевской в честь бывшего гражданского губернатора Гродненской губернии. Свое нынешнее название «Ожешко» она обрела в 20-е годы. Лишь небольшой перерыв случился в 1940-м, когда, отдавая дань новой идеологии, на домах появились таблички «Ленинская». Но это название долго не задержалось, и улица снова стала носить имя Лизы Ожешко. Именно здесь расположена точная копия дома, в котором долгое время проживала известная писательница. Что до других объектов, то их здесь просто масса. От Свято-Покровского собора до Швейцарской долины. От дворца Масальских до здания Почтамта, известного как бывший бровар Бонифраторов. Именно эта улица встречает всех, кто прибывает в наш город по железной дороге. И не нужно гостям, приехавшим издалека, бежать в поисках городской красоты куда-то далеко. Вот она, совсем рядом. Только протяни руку или ступи ногой.